Значит, где-то вот здесь плечко, это страх промахнуться, да. Страх накосячить. Вот. Синдром отличника, как, ну, я считаю, как бы, проблемы. Давай. Подкрадуля. Прыгала, опустилась, ну, ждешь. Подкрадуля, это кошка на голубе хочет. Раз, два. Смотри, расстояние сверх большое, очень оставил. Триочка, тройка. Вот объясни, ты нападать собираешься или принимать еще раз? Девочки, внимание. Одна из частых ошибок. Вы в нападении готовитесь почему-то так же, как в приеме. Кстати, да. Это разговор такой. То есть здесь провал, а поясничная подвздошная мышца. Как только вы наклонили корпус, она выключилась. То есть она как бы растянута, когда вы стоите прямо. Как только вы бедро подгибаете, она расслабляется. И вот этот контроль он не дает вам. Вот он прыгает и вот так. Раза. Рано идет. Опять, нет, вас? Я не очень понимаю, когда просто прием идет, да, когда я слышу перед собой, да. Если она молчит, то тогда просто вот опять же там не идут, да, типа рядом. Да. Один-два шага вперед и все. Во, идеал, давай. Чего ты планировал прыгать? Ты как будто. Да, то есть пришел через меня перепрыгнуть. Ну, просто смотрите, грубо говоря, вы видели, когда-нибудь как тренажерки приседают со штангой? Да. Вот фаза выпрямления. Вот это и есть ваш прыжок. Фаза быстрого выпрямления. А у вас вот этот наскок под нападающий удар, знаете, на что похож? Красную шапочку вспоминаю. Когда у нее был ручей, она идет по лесу, у нее ручеек, она через него так перепрыгивает. Откуда набрать силу для того, чтобы оттуда вытолкнуться? Вот такое, да, цвет перепрыгивает. Вот. Извлечата, да. Вот. А причем никто тебя не будет ругать, если ты ошибешься. Тебе надо искать эту высоту. Давай! Нет, ты долго держишь здесь. Работы прям посмотришь потом по камере. Следи за тем, чтобы они здесь были. Мах! Вот идешь, видишь, опять за ногами пришла, да. Тебе надо перебороть страх. Давай. Опять наскок, наскок. Выпрыгивай раньше. Маринка, ближе к тени не подходи, вот этой вот. Ближе к тени. Как бы тебе лента не поснула, все равно ближе вот этой тени тебе к сетке не надо подходить. Давай. Вот. Хорошо. Такая ласточка прибежала. Ну, к ней прилипло это, я борюсь этим много. А вот, да, прибежать. Ну, как мне побежать надо? Вот так. Как обычные люди бегают. Свободно, бабушка. Мария Дмитриевна.
Ну да. Лучше, чтобы чувствовать. Так, зону меняем. Совсем с ней параллельно не уходи, потому что я когда посылал, я тебя начинал видеть уже вот, вот тут. Ага. То есть, ну, хотя бы метр расстояния держи. Давай, потому что здесь такая тема, как, знаешь, это, для чего идет выход в зону ожидания, подожди, выход в зону ожидания перед тем, как партнер твой принял, для чего это делается. Выход в зону ожидания? Ну, я же не знаю, как он принял. Я должна как-то чуть-чуть приблизиться. Пойди вперед и появиться у него в поле зрения. А, ну и дальше. Вот здесь такая же тема. То есть тут получается, если тебя Света будет видеть краем глаза, она будет понимать, она будет понимать, что это. Но если ты ушла, она не понимает, куда дать, я не могу голосом должна. Да, да, такие зачастую ошибки, особенно если люди не разговаривают на поляне, передача по сути за спиной. Ага. Типа, я показалась мне, что ты туда, потому что то. О, да, здорово. Ускоряешь, руку ускоряешь. Ну, а потом заметила, что ударила вот здесь локтем, да? Ну да, да, то есть я понимаю, что рано начинаю как бы что-то. Так может все-таки не рано тогда получается? Откуда ты пойдешь после ее приема, ты пытаешься сразу выбежать ту точку, куда она принимает, а когда Ленка принимает, ты уже никуда не отходишь. То есть ты забежала, он летит тебе в руки, и ты как стоял, остановилась, так и посудишь. Ну, нет этого. Да, нет этого. Чуть-чуть потянуться должно. Сейчас зона ожидания. Как, почему она называется зона ожидания? Что мы там делаем? Ждем. А почему ты бежала в этот момент? И терпится, да? Ждем. Хочу быстрее поснуть. О! Я уже про руки так, что ты сделал шаг вперед, замедлилась, когда мяч подлетал к линии, и когда в моменте она касается, ты начинаешь бежать между ними. Раз, два, останов. Ну.
смотрите, набросил, сделал два шага вперед и остановился. Смотри, сейчас Света покажет. Раз, два. Сразу все придешь. Два шага вперед, притормозила, потом подумала, поняла, куда ты дальше. Да. Выше, как ты дальше ногами после вытягивания. Раз, два.